Итак, ответы на ваши вопросы. Люди никак не поймут, где библиотека, что на этом канале можно посмотреть и иное. Поэтому я решил такую заставочку новую сделать. А теперь мы начнем отвечать на вопросы. Я думаю, к концу нашей беседы у нас будет 8400 подписчиков. И начнем с вопрос и мой ответ, и его комментарий. Творческое производство в ульях ППУ. Уважаемый Петрович, подскажите, пожалуйста, как можно избавиться от паховой рыжи? Спасибо. Я отвечаю, что-то слышал, но толком не знаю. Знаю, что-то там ее вроде как у младенцев зарыжают, что-то еще слышал, что-то связано с серой и так далее, но, увы. Творческое пчеловодство в ульях ППУ. Малахов Геннадий, спасибо за честность. Ну, а что я буду там что-то это придумывать, если я конкретно не знаю этого вопроса. Так, переломы костей. Петрович, а почему вы берете болгарский перец с содержанием всего 25 мг на 100 грамм перца? Ведь есть продукты с более высоким содержанием кремния. А второе, почему вы не говорите о витамине D, при котором лучше усваивается кальций? Да, можно и сказать и про витамин D, при котором он лучше усваивается. Но в данном случае там должна быть пропорция между кремнием и кальцием. Кремний — это гибкость, кальций — это, грубо говоря, жесткая такая структура. Вот. И, как, короче, содержание и кремния, и кальция дает определенное содержание, пропорция. Наилучшие результаты для того, чтобы кости восстанавливались. Дима Мирошниченко. Дядь Ген, алоэ лечит геморрой? Нет. Алоэ может залечить лишь трещину, если имеется трещина прямой кишки. Если шишка лопнула, на этом будет лечить. Дело в том, что геморрой шишку выдуло в геморроидальных венах. Надо устранять причину, которая дует шишки, а не отрезать ее, не как-то там, допустим, расслаблять и так далее. Хотя, смотря какой геморрой. Если геморрой возник от сухости, такое бывает. Вот если он возник от сухости, тогда достаточно применить такие слизи, образующие продукты, которым, кстати, является тоже алоэ, и это поможет. То есть в данном случае, если геморрой возник от сухости, то это помогает. То есть любой слизеобразующий продукт, и в том числе и масло, прекрасно будет справляться с этим видом геморроя. Здравствуйте, Юлия Мирзаева пишет. В 2004 году я болела сильно, и год с постели не вставала. Ого! Врачи не могли даже диагноз поставить. Температура тела постоянно по 38. То есть это говорит о том, что имеется нечто, что провоцирует воспаление. Год кололи антибиотики. То есть кололи наобум где-то сейчас. А вдруг мы попадем? Когда уже обессиленная, уже вся начала, голодала, диета, все по книге. Через полгода я была стройна и села. Кожа помолодела. Благодаря урине встала на ноги. Ну и прекрасно. Если так вот просто-напросто коснуться, вот смотрите, грубо говоря, что такое урина? Урина содержит назоды. Назоды — это вещества, которые образуются во время болезни, которые выделяются, естественно,
с ней. Так вот, оказывается, существует лечение нозодами. И нозоды, собственно, организма как раз попадают туда, куда надо. То есть в то место, которое их образовало. Антибиотики что там бегают по всему организму, ищут, а где, что, что, как. Юрий Мерзуев, значит, года 4 не пью, обратно болею, болею. Набрала в весе. Ну а что? Вот что можно сказать? Вот прекрасный пример. Я сам перед вами пример того, что можно. Но я-то вообще не забрасывал все и сразу. Это, кстати, постепенно ослабило все эти вещи. Так вот, если человек получил оздоровление, и после того, как он это все получил, постройнел, похорошел, здоровье прибавилось, он это все забрасывает, все это что-то там он делал. То есть не обязательно там с уриной работать. Надо работать, вообще-то надо работать с энергетикой, которая идет через наше тело. То есть мы существуем такие, как есть, за счет того, что пропускает через себя потоки энергии и вещества, делаем таким, каким мы есть на самом деле. В первую очередь это, естественно, сознание, во вторую очередь это там вода, еда там, и далее, далее, далее. Так вот, вот эти потоки правильные надо поддерживать. Надо поддерживать правильное мышление, надо поддерживать правильное питание, хотя бы придерживаться, понимаете. Хотим мы того или не хотим, у нас желудочно-кишечный тракт, наша пищеварительная система представляет собой определенный комбинат, который работает по определенной технологии. И если мы эту технологию нарушаем, ну, допустим, грубо говоря, фабрика там выпекает печенье, а мы на этой фабрике попробуем, грубо говоря, делать сковородки или там сапоги, то несоответствие у нас этому. И начинаются, естественно, проблемы. Поэтому надо придерживаться. То есть я как раз в своих книгах и вам показал, и рассказал там, как составить собственную систему оздоровления. Чтобы она была от того, как вы начали, и кончалась тем, как вы вообще закончите свой жизненный путь. Вот это что-то никто особо не берет. В основном дайте мне рецептик, я вот это и побежал дальше. Понимаете, надо придерживаться системы оздоровления. Это уже, знаете, как бы сказать, культура вашей жизни, и, грубо говоря, делать те дела, ну, которые вам нужны там по жизни, которые вы там считаете. Тогда будет толк. А если вот это все раз и забросил, это как человек сбросил вес потом, грубо говоря, о, хорошо, все, я теперь буду таким стройным, потом там это, на те же самые, будем говорить, продукты подналег, что он и делал, и опять выросла. Или качок. А, раскачался, смотрите, какой я. И стал меньше заниматься, или вообще бросил, думает, а, я теперь такой накачанный и буду. Все спускается, все спускается. Космонавты полетели туда, в космос, невесомость. У них атрофируются все эти мышцы, вся эта сила уходит, то есть организм привыкает к тем условиям, которые там находятся, к невесомости. И сюда в гравитацию, да, они и стоять не могут. Им надо опять научиться стоять, ходить и действовать в земной обстановке. Поэтому не забывайте, это типичная ошибка всех. Позанимался, получил, а бросил. Так, где можно купить вашу книгу? В те годы брала у соседки, видите? Все мои книги, вот как раз там, как найти библиотеку. Вы можете зайти в мою библиотеку и бесплатно пользоваться ею, читать все, что надо для вас. Я могу верстать книги, я могу их делать, то есть сделать вот как книжечку в электронном виде. Но вот как там ее приспособить для того, чтобы она читалась по телефончику, по планшетику там и по компьютеру, я в этом деле не мастак, это, то есть мне надо совсем новую область осваивать. Смотрите, вот компьютер, как говорится, надо пользователь компьютера, надо научиться пользоваться компьютером, входить в систему. Далее, если вы хотите что-то там делать, Word освоить надо. Это тоже какое-то время
требует не такого уж большого, как я вот сейчас понимаю, но там, тем не менее, этим надо заниматься, по клавишам стучать, чтобы по тем попадать. Вот, далее, чтобы освоить, уже сделать текст в виде книги, это еще одна программа. Это уже у нас там PageMaker идет, и сейчас я работаю в InDesign. Программа-то похожая. Вот это освоить, я освоил уже, выдаю это все, делаю газеты, делаю книги, ну да, короче, все сделаю я. Я уже, а видео, я уже молчу. А тут оказывается, смотрите, вот так как мы осваиваем эти вещи, вот я сейчас коснулся Ютуба. Я выложил уже там огромное количество видео, ни у кого такого нету. 1200, там сколько там, 50, наверное, если не больше. И оказывается, я просто-напросто, не зная эти дурацкие ключевые слова, а думая, что вы зайдете на мой сайт и расскажете о нем другим, вот так вот, как о книгах в свое время рассказывают. Что этого достаточно, человек заходит на мой сайт, ага, там кому-то там рассказал, или он уже знает куда-то заходить. А оказывается, просто-напросто зашел, именно когда ему пришла, это самое, если он подписан, подписка, что вот что-то новое появилось, он заходит. А так, если она не пришла, он и не заходит. И мне теперь, с учетом этих ключевых слов, предстоит, грубо говоря, 1200 видео пересмотреть и поставить вот эти правильные там ключевые слова, которые соответствуют тому, чтобы их больше могло просмотреть. Я понял, когда мне написала посетительница канала, говорит, я тут помогала этот сайт раскрутить чей-то или канал, и говорит, аж здоровье на это положила, потому что по 16 часов сидела вот здесь вот за столом для того, чтобы вот там что-то там подбирать, делать и согласовывать, чтобы это пошло туда, куда надо. А тут получается и информация вроде бы хорошая, но я не хочу вас обвинять или еще как-то говорить, просто я констатирую факты. Информация хорошая, а сайт где-то и этот самый канал на задворках. А зато те, которые могут вот это подбирать, вот эти ключевые слова и так далее, так более, там, допустим, вот этот канал плюс, там, смотрю, плюс 1 700 000 подписчиков. А там что-то там вывалено такое, знаете, грубо говоря, вот когда нету системы, а дается рецепт, который действует при тех или иных условиях, и если у человека есть эти условия, то он подействует так, как описано. И если нет, он, знаете, скользнется, и все, и он ничего не сделает. Скажет, а это медицина народная не работает. Поэтому система, вот когда система, ты работаешь по системе, ты понимаешь, что ждать, что получается, что надо еще сделать. Ты, вот будем говорить, хозяин всего этого процесса. Ты находишься, как бы сказать, над ним, ты рулишь. А не то, что ты пассажир, и кто-то там понесся, и тебя понесло. Куда ни попадет, потом занесет. Вот в чем разница. Поэтому, что касается книг, вот я их сделал вот так вот и выложил. Вот как мне показалось, они хорошо смотрятся. Они сделаны, так сказать, однотипная обложечка, однотипная там версточка. Вот и заходите, читайте. Алекс Черри. Чистим канал. Когда смотрел, у меня очистился камин в доме. Убежали все мыши из дома. Очистили окна, и все соседи с улицы пришли в гости и попросили прощения за негативные мысли ко мне. Лилия Адзинова аж прослезилась. Так, Андрей, 2016. Вы пропали на 2 дня уже. Как ваша очистка проходит? Поделитесь, пожалуйста. Итак, вот как раз мы подошли к тому, о чем следует сказать. Значит, я принимаю по чайной ложечке вот этого вот состава из 5 трав.
Он работает, все там, значит, шевелится и так далее. Это хорошо. Я просто решил все это дело растянуть, так как увидел его интерес на такое благотворное действие на мой организм. И поэтому решил, как бы сказать, увеличить подготовочку. А вот завтра, несмотря на то, что я написал там 15 числа наиболее благоприятное время, уже с завтрашнего дня можно и благоприятное время как раз очищать печень. И так как я уже несколько, ну будем говорить, как бы затянул наш процесс чистки, завтра я приступаю к финальной фазе, как написано у бабушки Тани Буревой. Так я и делаю, значит, ем, не ем, только пью этот порошок, пью, значит, отвары там трав, и где-то там сколько там, 17 часов, выпиваю масло и пошел. То есть все идет по плану, все идет нормально, все. Завтра я, два дня уже меня не было. Чем я занимался? Ну, вот я и занимался тем, что 1200 с хреном видео, а выхлопа никакого нету. И когда я посмотрел вначале на эти ключевые слова, они, знаете, грубо говоря, вообще там, вот мне, знаете, интересно казалось, что человек вот так вот сделает запрос. А на самом деле, там вот, допустим, лунный цикл, вот для меня это то, что надо правильно сделать ключевые слова, лунный цикл. Вот, оказывается, лунный цикл там берет, я даже могу сейчас вам сказать, сколько берет. Вот, я зашел в эти ключевые слова, Google Chrome, у меня ничего, подбор слов. И сейчас я вам просто говорю, лунный цикл набираю. Лунный цикл по ключевым словам дает 7073 слова, вернее, запроса. А набираю лунный календарь. Лунный календарь 1 991 411. Вы чувствуете разницу? То есть, грубо говоря, я своим лунным циклом куда я стрельну? Вообще никуда я не стрельну. Вот с учетом вот этого я вот эти два дня и занимался тем, что подбирал. Так вы думаете, сколько я сделал? Я всего лишь навсего вчера сделал где-то три свои видео. До этого еще там сделал, там, ну, там я как-то побольше поработал, там вообще ничего не было. Сделал штук там 20. То есть предстоит весь канал перебрать. И при этом мне хотелось бы, чтобы вы мне подсказали, те люди, которые знают. Вот смотрите, вот это будет касаться, вот я начал с самого начала. То есть те видео, которые я выложил в 2011 году, в конце, в начале 2012 года, они будут также определяться вот по этим ключевым словам, либо только новые определяются, а это уже YouTube ушло, и он их, как бы сказать, отвинул назад в дальний шкафчик, и там уже в сундучок никто не лазит, только свежачок так работает. Вот это я хотел бы у вас узнать. Потом кто-то мне написал про эти теги-меги, я попробовал с этими тегами что-то там сделать, как поставить, нашел видео в интернете, начал там, но что-то у меня не вышло, они там как-то не стали. По-моему, Степанова мне посоветовала, написала и, говорит, сбросила на электронную почту, но ничего на электронную почту не пришло. И дальше буду заниматься не столько видео вылаживать, как вот это вот эта оптимизация. А вы мне подскажите, насколько эта оптимизация, опять-таки повторяюсь, вот она только со свежачка идет, или старое тоже можно оптимизировать? Елена
Попова, чистим канал, я там видео выдал, спрашивает, какой канал чистим? Алекс Черри написал, все, да, все чистим, в первую очередь я чищу свой канал. А так как, грубо говоря, вы входите в созвучие со мной, значит, у вас и ваши прочистятся. Попали на мой канал, это свеженько видео выставил, ну что вначале говорил, попали на мой канал. Хорошая подача, концовка просто супер, добро здоровится, прям заряжает энергией. А как раз Ольга Степановна мне советовала. И Света Мамикан говорит, спасибо большое. То есть, раз вы видите мое видео, а сейчас вы смотрите такой, энергетически довольно-таки это самое, сильненький, может так сказать, видишь, аж фонтанирует из меня, но это вы потом напишите после видео. То есть важен посыл, конечно, человек может сделать какую-то вещь с хорошим посылом, с плохим посылом, слабый посыл, там, эмоциональный посыл. А вот такой главный посыл, чтобы вы почувствовали это, и так и сказали, вот как это. Хорошая подача, концовка против, супер, доброе здоровье, прям заряжает энергией. Вот это-то и надо, чтобы человек, просмотрев видео, зарядился энергией. Ну, по крайней мере, на моем канале, чтобы вы, зайдя на канал, знали, понимали, что здесь, в первую очередь, полноценная информация дается, со своего опыта что-то говорится, а не просто там что-то, какие-то там мысли и так далее и тому подобное. Все, по вопросам окончено. По вопросам окончено. Для чего я это делаю? Это делаю для того, три камеры работают, чтобы они между собой по звуку синхронизировались, когда я буду это выкладывать уже на программу, в которой я делаю видео. Понравился канал? Звони в колокола! Ставь лайки!